Всем привет, с вами SteelPro, и сегодня покажу вам модные световые мечи для Майнкрафта PowerStation. После установки данного мода в нашем мире появляются настоящие световые мечи, которые вы можете сделать вот из этих разных кристаллов. Но этих кристаллов, к сожалению, как всегда, есть баги. К примеру, вы можете их не увидеть сразу. Что ж, давайте сломаем первый кристалл и посмотрим, что с него дропается. А с него дропаются такие маленькие красные кристаллики, из которых вы можете начать изготовлять уже световые мечи. Но, к сожалению, уже появляется снова загвоздка. К примеру, чтобы изготовить световой меч, вам понадобится вот такой специальный блок, который вы можете сделать для быть в режиме креатива, то есть с модами. Ну, чтобы его заправить, вам понадобится алмаз, но, к сожалению, почему-то он мне сейчас не справляется. Да, это довольно мистическая штучка, но такое у меня бывает часто. Но поэтому мы сразу перейдем к мечам. Такой красный меч, как видите, добавляет этот мод. И давайте его попробуем испытать. Для этого убьем мы, или, можно сказать, стукнем вот эту красненькую свинку. И, как видите, она умирала с первого удара. Ну, или, можно сказать, умирала через некоторое время. Но овечка точно умирала с первого раза. Поэтому теперь давайте протестим вот такой зеленый меч, который мне довольно нравится. Но, если честно, мне нравится очень сильно красный меч. Так, как видите, овечку мы тоже убиваем с первого урона. Первого урона, да, сказал я, нет, имел до с первого удара, что означает, что у меча где-то около 9-10 урона. То есть он наносит такой довольно большой урон. Ну и после того, как вы сделаете эту печку, вы из этих кристаллов сделаете суперский кристалл. То есть они будут довольно гладкими, и уже из них можно будет заготовлять световые мечи. Ну вот, как видите, почему-то не работает. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.